В центре Омска появились новые арт-объекты. Неизвестные выкрасили сугробы на главных магистралях города в яркие цвета. Ранним утром омичи обнаружили разноцветные насыпи на Красном пути. На улице Маркса и 7-й Северной активисты покрасили сугробы в синий и красный цвета. Свои имена уличные художники не раскрывают. Вылазку организовали ночью во избежание огласки. Возможно, хотели привлечь внимание чиновников к неубранному снегу. В некоторых местах его не вывозили с начала зимы. Яркие пятна все же привлекли внимание администрации, но их сил хватило лишь на то, чтобы убрать краску, а не расчистить сугробы. Некоторые омичи признались, что арт-объекты даже преобразили серые улицы Омска. А кто-то разглядел в них российский триколор, хотя, конечно, по расположению полосы это скорее флаг Франции. Наверное, было чувство патриотизма у них развито. Ну а как еще объяснить красный, белый, синий? Это люди, у которых все-таки фантазия работает и хотят порадовать людей красивыми красками. Ярко, классно. Привлечь внимание нашего товарища мэра, наверное. К тому, что не чистятся дороги, не чистятся улицы, вообще ничего не чистится.